В ближайшее время в Центральном суде Волгограда будет рассматриваться еще одно громкое дело в отношении помощника главного федерального инспектора региона Федора Рогова. Напомним, что он был задержан сотрудниками областного управления ФСБ в январе этого года при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. В основу обвинительного заключения легли вот эти кадры оперативной съемки, где Федор Рогов получает от предпринимателя 1,5 миллиона рублей. Деньги предназначались за оказание содействия в судебных тяжбах по гражданскому делу. Сразу же после задержания Рогов полностью признал свою вину. Уже в ходе расследования выяснилось, что Рогов незаконно числился помощником главного федерального инспектора по Волгоградской области. Следственным отделом управления ФСБ России по Волгоградской области завершено предварительное расследование уголовного дела о преступной деятельности Рогова, фактически присвоившего себе статус и полномочия помощника главного федерального инспектора Волгоградской области аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. 9 марта 2011 года обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области и передано в Центральный районный суд. По статье «Мошенничество в особо крупном размере» Рогову грозит до 10 лет тюремного заключения.